Девушка, Сбербанк онлайн заблокирован. Все. Мне пришлось ее напомнить, что есть такие уголовные статьи, как клевета, служебный подлог. Претензию на трех листах подаю вам. При вас расписываюсь. Сомнения есть? Нет сомнений. Подпись есть. До сих пор не разблокирован. Не обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени. Антон. Да. Не надо все лепить в одну кучу. Не сервис «з», а сервис. Начинай надо мной издеваться. Чего вам еще надо? Этой операции там нет. Здесь есть, а здесь нет. Почему они все разнятся? Банк без моего разрешения стагнировал операцию. Я скриншоты успел понаделать, и следов не осталось. А скриншоты-то понаделаны. Почему? Как? На каком основании была операция проведена успешно, а потом была стагнирована?